Всем привет! С вами канал «Современные родители». И сегодня у меня обзор на детские смарт-часы Baby Watch KT12. Приветствую любую обратную связь. Пишите комментарии и ставьте лайки. Рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик. Тогда вы будете в курсе выхода новых роликов. Подборку ссылок с выгодными ценами оставлю под видео. Современные часы-телефон для детей с космическим футуристическим дизайном. Модель имеет защищающий от ударов корпус. Стекло дисплея утоплено, что существенно снижает риск поломки от ударов часов. Очень актуально для мальчиков, да и вообще для детей. Часы сделаны на базе чипа MTK6737 и OS Android. Имеют водонепроницаемость по стандарту IP67. Мощная аккумуляторная батарея емкостью 730 мАч. Часы имеют цветной сенсорный дисплей с диагональю 1,4 дюйма и разрешением 240 на 240 пикселей. Матрица дисплея IPS. Основные функции часов. Видеозвонки, простые звонки, кнопка SOS, отслеживание местоположения часов, геозабор, аудиомониторинг, голосовые сообщения и другое. Дополнительные функции. Камера, игра на развитие арифметики, ежедневник, мультидисплей. Работают с привычным бесплатным приложением C-Tracker и C-Tracker 2, а также с платными аналогами. Передают данные по каналу связи 4G, поэтому работают с любыми сотовыми операторами, а не только с Билайн, МТС и Мегафон. Для кого-то это важно. Благодаря 4G девайс имеет превосходную связь. Обладают полным набором стандартных функций детских GPS-часов, обеспечивающих пассивную безопасность вашего ребенка. Определение местоположения по четырем системам – GPS, AGPS, Wi-Fi, LBS. Имеют кнопку SOS, функцию аудиомониторинга, возможность удаленно делать фото с часов и получить его в приложении на своем смартфоне. Кроме этого, доступны геозабор, история перемещения за 30 дней и другое. Новая функция – видеозвонок, который родитель может сделать из приложения C-Tracker. Также и ребенок со своих часов сам может инициировать видеосвязь с родителями. В модели предусмотрена возможность набора с часов любого номера телефона для осуществления звонка, но при желании родитель может отключить эту функцию для ребенка. Есть возможность отправки голосовых сообщений родителями и ребенком. Для досуга детям доступна камера с достаточно хорошим разрешением для часов – 2 мегапикселя. Можно делать фото и видео, сохраняя их в памяти гаджета. Кстати, внутренняя память для файлов в девайсе по заявлению производителя – 4 гигабайта. Точные данные о памяти в часах не указаны, может отличаться. Но места вполне достаточно для фото и видео. Я проанализировала отзывы и сейчас расскажу об основных моментах, о которых говорят пользователи. Негативные. Время работы маленькое, едва хватает на день. В 4G постоянные потери связи с сервером. Остается возможность использовать только SMS-команды. Плохое программное обеспечение для управления часами. Быстро сломалось зарядное устройство, новое такое же не нашла. Нет вибровызова, хотя включить якобы можно. Отзыв экрана не очень. Положительный. Для подростка часы смотрятся солидно и спортивно. Весь заявленный функционал обеспечивают. Сильная батарея. Хотя IP67, но воду в бассейне не пропускает. Сделаны качественно, ремешок мягкий. Есть возможность вносить удаленно запрет на игру ребенка с часами. Разговор слышно хорошо. Геолокация хорошо. Спасибо, что досмотрели мой обзор до конца. Пришло время обратной связи. Оценить обзор вы можете, поставив лайк, а также написав мнение в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал, включайте колокольчик и оставайтесь на связи. Все полезные ссылки на лучшие цены и актуальное наличие я оставляю в описании под этим видео. До новых встреч на канале «Современные родители».